Жители микрорайона Солнечный Ясный столкнулись с проблемой. С утра из-за высокого трафика люди не могут добраться в школу и на работу. Какие действия будут предприняты, чтобы появился дополнительный маршрут для жителей этого микрорайона? У нас на 7-м маршруте с регулярностью 5-7 минут ходит единица общественного транспорта. Ходят они, значит, по очереди либо автобус ПАС, либо так называемые транспортные средства малой вместимости, наши «Газели». Значит, мы, во-первых, планируем, что сводом школы на улице Гагарина часть, естественно, жителей, которые пользуются в это в пиковое время общественным транспортом, уйдет, во всяком случае, поскольку детей можно будет водить в школу по месту жительства и не будет потребности ездить в город. Это во-первых. Во-вторых, сегодня мы с перевозчиками ведем работу о том, чтобы они все-таки поменяли на 7-м маршруте автобусы малой вместимости, убрали, заменили полностью на пазы, тем самым увеличив количество пассажиров единовременно перевозимых. Ну, это вопрос в процессе решения. До конца года перевозчики пообещали полностью заменить автопарк на этом маршруте. Таким образом, ну, я уверен, что до конца года эта проблема снимется полностью. До сих пор остается актуальный вопрос о состоянии дорог после дегазификации ДНТ Мичуринец-3. Как будет решаться эта проблема? Да, по Мичуринцу проблема эта существует. Естественно, мы сегодня активно занимаемся этим вопросом, но в правовом поле, поскольку программа догазификации предполагала проведение газовых сетей и потом восстановление тех разрытий, которые были допущены подрядной организацией. Подрядчик, по нашему мнению, выполнил эти работы ненадлежащим образом, некачественно. Соответственно, велась претензионная работа. В рамках претензионной работы что-то выполнялось, но опять же не в полном объеме. Ну и вот, скажем так, при наличии подписанного акта с замечаниями по состоянию на сегодняшний день, подрядчик до сих пор работы в добровольном порядке не выполнил. Поэтому было принято решение, департамент ЖКХ, как лицо, которое выдавало разрешение на разрытие, обратилось в суд. Сегодня исковое заявление находится на рассмотрении, уже было проведено там несколько судебных заседаний. В сентябре вот будет очередное заседание, которым мы надеемся, что вопрос будет решен уже по существу окончательно, и подрядная организация будет обязана по судебному решению, поскольку добровольно она сегодня этого не делает, выполнить полностью все работы, связанные с восстановлением разрытия и восстановлением надлежащего первоначального вида проезжей части дорог Мичуринца. Во всяком случае, сегодня все решается в правом поле только через суд, поскольку подрядная организация, как я сказал, добровольно отказалась выполнять эти работы. С очередной проблемой столкнулся приют животных «Феникс». Один из собственников перекрывает дорогу, что затрудняет теперь доставку и кормов, и стройматериалов для приюта. Как администрация сможет поспособствовать для решения этой ситуации? Да, конечно, администрация поможет. Меня проинформировали об этой проблеме. Мы спрофилируем дорогу в объезд ограждения земельного участка, который сегодня собственник огораживает. Таким образом, подъезд будет обеспечен к объекту. Соответственно, ну, это какое-то время займет, но с другой стороны, я могу заверить, что функционирование нашей общественной организации приюта для животных, оно не будет нисколько ущемлено.